От улицы Вилоновской до спортивной базы ЦСКА, пятая очередь Самарской набережной, может стать еще одной туристической достопримечательностью города. Чтобы начать работы по строительству как можно скорее, необходимо решить вопрос с теми предприятиями и ведомствами, которые расположены вблизи побережья. Об этом говорили на выездном совещании, которое на месте провел первый заместитель главы Самары Максим Харитонов. Департамент управления имуществом у нас проведет здесь полную инвентаризацию, да, как по земельным участкам, так и по строениям, сооружениям. Да, Владимир Владимирович у нас правовой департамент. Правовую основу подготовит для дальнейших наших шагов. Давайте распишем тоже коллегам, когда мы встречаемся, с каким материалом. К побережью примыкают пивзавод, спасательные станции МЧС, казармы Росгвардии, Самарская ГРЭС и ресторан. Сегодня их представители тоже за столом переговоров. Сейчас главная задача – определить тот участок, который будет отведен под строительство набережной. Те строения, которые возведены незаконно, необходимо убрать, а те, что по праву занимают здесь свое место, либо перенести, либо аккуратно вписать в концепцию будущей набережной, при этом без ущерба для культурного наследия. Разработкой проекта займутся вместе. Достигнуты те результаты, которые мы планировали, а именно найдено согласие и консолидируются все стейкхолдеры или заинтересованные лица, и частные, и организации, государственные, и муниципальные, в части реализации данного проекта, и эти усилия могут быть объединены. По общему мнению, необходимость привести участок набережной в порядок назрела давно. Уникальное побережье должно быть доступно для горожан и гостей Самары как место отдыха, а для туристов – как еще один красивый арт-объект, сравнимый с лучшими гостевыми маршрутами России. Олег Зверев, Василий Колдашов, События.